Здорово, бойцы! Продолжаем проходить Assassin's Creed 2. И давайте для начала сделаем что? Сделаем, как обычно, взглянем на карту. Вот. И попробуем найти перышки. Перышки. Наши любимые перышки. Точек 5, как обычно. Так, смотрите, вот у нас, походу, значок появился с гробницы тамплиеров, или кого там? С гробницы ассасинов, не тамплиеров. Сори. Ассасинов, вот. Но будем потом к нему, короче, к этой гробнице. Давайте для начала, наверное, перышки найдем. Я, в принципе, блин, я сбился, короче, где мы собирали, где мы не собирали. Давайте для начала, наверное, точку обзора выберем. Вот эти две точки обзора, короче, мы сейчас с вами откроем. Вот. А потом уже будем смотреть, что да как, что дальше будем. Вот. Ну, погнали. Так, стражники мимо нас прошли. Они, короче, нас не разыскивают. У нас розыск. С розыском у нас все отлично. Так. И у нас 11 тысяч, короче, 176 флоридов в сундуке. Надо будет как-нибудь наведаться. Опустошить корзиночку с деньгами. Вот. Так, погоди, вот, наверное, да? Оп. Наша точка обзора. Тоже может укрыться от него. Надо как-то теперь залезть сюда. Да, прикольно. Вот фишку прикольную сделали с этими гробницами, мне понравилось. Правда, заплутал я там немножко, сбился в прошлой серии, но это нормально. Нормально. Так. Окей, давайте синхронизируемся. Одну точку обзора и вторую точку обзора. И... То есть все, ништяпули у нас. Так, окей. Давайте, где там вторая точка обзора? Это же, да. Это. И здесь как раз, короче, вроде как показано, что есть у меня перышко. Посмотрим, брали ли мы его или нет. Так, погоди. Что-то мне подсказывает, что точка обзора — это вот та вот вышка, короче, с крестом. Так, там сено, да? Ладно. Чертям собачьим. Пустим все вот так. Пустим все по кривожопому. А, ну это вот это вот сено бы не спасло, в принципе. Если бы мы упали, прыгнули прыжком веры на него. Как-то слишком маловато. Один. Минус один. Будет минус второй. Вон он, лажу! Так, значок гробницы ассасинов. Если на экране появился значок гробницы ассасинов, это означает, что где-то есть, короче, гробница. Понятно. Понятно. Опа! Зацепился. Погнали. Так. А. Ну да, я говорю, вот она, вышка, короче. Здесь где-то... Да погоди ты, нельзя находиться. Вон он, на тебя не сбежит. Ой. Ой. Мимо него пробежал. Окей, ладно. Воу-воу-воу, куда полетел-то? Так, перышко где-то здесь должно быть. Вы видите? Я не вижу. Где-то здесь. Взглянем.
перышко я здесь не вижу, короче. Перышко я здесь не вижу, ну ладно. Сейчас разберемся. Наша главная цель это, короче, сейчас забраться на точку обзора. Потом уже перьями будем разбираться. Так. Так, погоди. А, точка обзора у нас как? И с какой стороны? А, мы уже пролезли. Уже прошли. Спустимся. Так, окей, карта обновлена. Вот. Ух ты ж, нифига себе, тут столько всего пооткрывалось. Нет. Торговец с картинами, глашатай, короче. А, страница кодекса, смотри, появилась здесь еще. Отлично. Отлично, страничка кодекса. Ну, у нас где-то... Да, блин. А, погоди. У нас где-то здесь должна быть карта. Ой, карта это. Зовут. Перышко. А, вот здесь, вот здесь. Хотя и вот здесь тоже. Где-то. Ну давай-ка. Да блин. Вот здесь вот, короче. Давай-ка сейчас взглянем. Быстренько. Так, в принципе, я в упор не вижу. Ой, а что у нас здесь охранник дохлый? А, это тот, которого мы сбили на крыше. Отлично, ладно. В общем-то, я думаю, что мы брали это перо, короче. Потому что... Слышно было бы, как звенит. Сейчас посмотрим вот здесь. А, слышно. Да. Слышно, реально слышно, как звенит. И где оно? Вон оно. Отлично. Вон оно, где спряталось. Четко, отлично. Так, следующее у нас оно вот здесь. Здесь, кстати, вот на этом, где мы сейчас находимся, здании, есть, короче, глаз, типа истина. Давай-ка сейчас проверим, осмотримся. А, на следующем, где и перышко. Да что-то я все мимо. Че? Самоубийца. Чувак самоубился. Ладно. Кабелины. Так, ладно. Вот здесь находится у нас глаз. Давай-ка мы сейчас... посмотримся. Так, наверное, где-то... Может быть, вот там. Перышко я вижу. Перышко я вижу. Отлично. Прыгнули. Так, четко. Отлично. И где-то здесь у нас должна быть истина.
Он что-то блестит, смотри. Что-то она есть. Это китайские иероглифы. Ты видишь, что происходит? Еще нет, но увидишь. Так, орудие власти, получить доступ к файлу. Давай. Сила в их руках разила врагов. Сила в их руках разила врагов, короче. Так. В руках, наверное... Может же быть такое? Нет, неправильно. А, смотри, мы можем приблизить, короче, да? О, приблизить. В их руках. Короче, силу надо искать эту, наверное. Циблоки. Яблоки этого. Эдема или как их там? А может и нет. Непонятно мне нифига. Смотри, вот эти вот поражены, да? Я не знаю, может какой-то значок там должен быть на них? Типа с этим яблоком. Реально какое-то, может, яблоко там, какой-то значок, я не знаю. Значок ассасина из значок там пера там. Понятно. Внимательнее посмотреть. Черт, я ни черта не вижу. Вот его сила в руках там, да, вообще. Короля Артура, он там меч из камня достал. По-любому. Как я это сделал, блин? Мудрецы опирались на великое могущество. Король Людвиг Франции, император Чуниш. Я не знаю, по-любому какая-то подсказка должна быть, я что-то не улыбаюсь. Из какого-нибудь символа там. Ахилл Грец. Упирались. Упирались.
Александр Великий, Македония опять. Охренеть. Один Египет. Какие-то кресты. Здесь какой-то посох или как он там называется, пенсия. Допустим. Здесь тоже никто ни на что не опирается. За волосы опирается. Здесь тоже непонятно, на что опирается. Александр у нас опирается тоже вот на шест. На посох. Тоже никто ни на что не опирается. Шабатек тут опирается в посох. Вот этот опирается. Ну здесь непонятно, что он там опирается или отталкивается, что он там. Понятно. А, точно. Я был близок к разгадке. Так, 81-492. Файл открыт. Охренеть. Как же мы долго это разгадывали. Ну, стример не тупой. Так, воспроизвести все. Окей. Руки бегут. Открывается какая-то потайная дверь там. Ладно. Окей. Окей. Много времени мы убили на разгадку этих. Это истинный, короче. Тогда, значит, идем сейчас выполнять сюжетное задание. Сюжетное задание у нас вот туточки. Так, давай сокровище возьмем. Сюжетки. Вау, ты что створил? Ты что сделал, блин? Что ты сделал? Вася. А почему не залазишь-то? Залезь. Тихо. Не кричи так сильно. Нам бы еще розыск бы уменьшить свой. Ну, в принципе, не так сильно, как бы, да, нас разыскивает, но все равно напрягает вот эта красная финтифлюшка там. Блин, я хотел на лестницу. Ну ладно. Так, здесь у нас сундучок где-то должен быть. Мастерская Леонардо во Флоренции. Тоже читали, по-моему, про мастерскую. Так, погоди, где у нас? Это блестит, слышишь, да? Так. Это блестит, но я могу понять, где.
Ой. На каком-нибудь балконе по-любому опять находится. Интересно, девки пляшут. Не понимает моя. Где сокровище-то, блин? Слышишь, да? Запрятают-то, а? Непонятно куда, блин. Пытался вылезти. Так, розыск. Отлично. Санта Мария дель Фуйоре. Санта Мария дель Фьоре, одна из самых больших церквей Италии, считается самым ранним шедевром архитектуры эпохи Возрождения. Хотя Анольфо ди Камбио разработал проект церкви еще в 1296 году, строительство началось только в 15 веке. К тому времени Камбио уже давно умер, и архитекторы того времени понятия не имели, как построить такое огромное здание. Ведь использование подпорок во Флоренции было запрещено, а раствор, скрепляющий и каменные блоки, застывал только через несколько дней. Но не все было потеряно. Филиппо Брунеллески, который ранее проиграл Лоренцо Гиберти подряд на строительство купельной, получил заказ на строительство купола, обойдя все того же Гиберти. Брунеллески изобрел машины, с помощью которых можно было поднимать кирпичи наверх, и сумел построить весь купол, не используя кружево. Конструкцию, поддерживающую купол, пока он еще не достроен. Сооружение купола, состоящее более чем из 4 миллионов кирпичей, было завершено в 1436 году. Лантерну добавили в 1446 году, уже после смерти Брунеллески, видимо, для хранения святых мощей. Однако ходят слухи о том, что внутри находится целая гробница. Окей. Здесь у нас гробница. Это. Так. А вот... А вот он ящичек, вот он ящичек. Я же говорю, блин, они запрятаны вечно в каких-то балконах. А эти балконы не всегда найдешь. Ладно, давайте к сюжетке отправимся. Так, волки в овечьих шкурах, не дайте заговорщикам напасть на семью Медичи. Окей. Найдите Франческо Пацци. Пошли искать. Так, мое орлиное зрение. Компания Нила Джота открыли глаза. Так, это мы читали, да, компания Ложа? Строительство этой знаменитой колокольни, да, в греческом стиле. Мы отчитали все. Так, смотри, вон, походу, чувак, который нам нужен. Это Лоренцо, с женой. Это Джулиано, брат Лоренцо. Но где же Франческо? Вот он. Пора нанести удар. Крепа, традиторе! Воу-воу-воу, нифига кровище. Джулиано, нет! Ну,
In nessuna pietà! Cane maledetto! Muori! 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 Фига он псих. Тебе конец, Лоренцо. Все твои родные падут от моей руки. Негодяй, убийца. Я тебя прикончу. Воу, воу. Ты сам во всем виноват. Сдохни же, наконец. Подождите. Так, погоди. А че у меня оружие-то не выбрано? Помощь! Сейчас мы тут всех... О, там Лоренцо Медичи долбит. На, держи. Я с тобой разберу. Да что ты на другую-то цель перевелся? Э? Скажи ко мне. Отлично. Так, на следующий. Там Лоренцо вообще просто со всех сторон долбит. Опять отвернулся. Да что ты отворачиваешься-то от него? Оп. Со мной сразись. Ух ты, падла. Ты спас мне жизнь. Это пустяки, но мы должны отомстить тому, кто это сделал. Не сейчас. Мне нужна помощь. Домой. Там верные люди. Ты можешь? За мной. Запасное место. Все за мной. Погнали, я чувак. Я истекаю кровью. Не ссы, сейчас все поможем. Сейчас поможем. Я постараюсь поднажать. Безумцы сумасшедшие, бегите. Эк, тупик. Я убью Франческо Пацци. Потом, потом. Всех его родных. Я истреблю эту семью. Тише, сеньор. Берегите силы. Иначе на место я доставлю ваш труп. Так, интересно, он по крышам может лазить? Да, ой, споткнулся. По крышам-то он может лазить, нет? Мне пора возвращаться. Че, чувак, стенку долбит? Спаси нас, Матерь Божья! Помогите! Ассасину! Ассасину! Это не было. Избавьте меня! Не сомневайся, я смогу тебя. Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж. Андиана. Что там охранник-то стоит, что-то там непонятно. Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж. Не сомневайся, я смогу тебя уложить. Давай. Я еще не разучился обращаться с оружием. Чутко. Идем. Погнали. Почти пришли. Что мне не придется драться. Ну что ж. Не сомневайся, я смогу тебя уложить. Так, погоди ты. Что-то их слишком много здесь. А, вон охрана. Надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж. Так, минус. Не сомневайся, я смогу тебя уложить. Еще один. Я еще не разучился обращаться с оружием. О, по яйцам. Я надеялся, что мне не придется драться. Поподтягиваться там решил, что. Погнали. Почти пришли, давай. Убийца. Аюта, зовите стражи.
Лоренцо ранили! Априте ла порта! Назови пароль! Полициано, открой эту чертову дверь! Святая Троица, ходите быстрее! В городе идут бои! Скорее! Постой! Я твой должник. Но скажи, почему ты помог мне? Ты не единственный, кто лишился брата по вине Паци. Меня зовут Эцио Аудиторе. Ты сын Джованни. Твой отец был хорошим человеком. Он знал, что такое верность и честь. Громилы Паццо штурмуют дворец Синьори. Нашим долго не продержаться. Нет, если они ворвутся во дворец, то перебьют всех наших сторонников и захватят власть. Тогда моя жизнь будет мало что значить. Я должен... Франческо Пацци, спаси наш город, Аудиторе. Убей его. Сейчас будем убивать кто? Франческо? А нет? Окей, Полициано, смотри. Полициано был своего рода вундеркиндом. 10 лет он выучил латынь и греческий, а 18 уже был автором опубликованных трудов. А Лоренцо Миночи нанял его учителем для своих детей и позаботился о том, чтобы Полициано получил должность в Студио Фиорентино, флорентийском учебном заведении. К сожалению, не для всех Полициано был любимым учителем. В 1494 году он умер от отравления мышьяком. Вероятно, его отравили. Отравил бывший ученик Пьера Медичи. Франческо Пацци. Франческо Пацци. Дворянин, выросший в городе, покоренном разбогатевшей семьей Медичи. Из-за этого он с детства ненавидел обывателей, которые пробиваются наверх. В отчаянии он наблюдал, как банковский дом Медичи обходит его собственный, и многовековое влияние Пацци на правительство Флоренции выскальзывает из его рук. Похоже, испанец предложил ему решение. Вместо конкуренции в грязном банковском деле Франческо должен был оказать тамплиерам всего одну услугу, что могла бы навсегда поставить мещан на место — убить Медичи. Джованни Аудиторе пытался остановить Франческо и арестовал его, но тамплиеры освободили Пацци. Дворянин-банкир. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать. Вот, видос. Наверное, я думаю, он подзатянулся, но я там обрежу немножко мои затопы там с этими, с этой истиной, вот. Укоротить как-то видос. Вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий.